Выники работы со зворотами громадян сегодня обмярковывали на посяджении Гомельского городского выконавчего комитета. В минулом году у гарвыканкаме зарегистровано 2888 зворотов. Яны поступали письмово и в электронной форме, а так само подчас особистых приемов керавництва гарвыканкама. При этом попередний запис на прием дозволил загадя вырашить частку пытанняў. За минулый год отзначено повеличение колькости коллективных зворотов. У той же час снизилась колькость скаргов гамельчан у вышестоячей державной инстанции, администрацию президента Республики Беларусь, комитет держконтролю и совет министров. У агульной структуры зворотов по-ранейшему лидируют пытанні жилево-коммунальной господарки, гандлю, архитектуры, капитального будаўніцтва и социального забеспечения. При этом отзначается тенденция снижения по тематике аховы здоровья, працаўладкавання, транспорту и землекарыстання. Будет обращено внимание на те недостатки, они детально будут проанализированы. Будут изучены направления деятельности определенных предприятий и структурных подразделений, которые позволят не допустить эти недостатки и нарушения в текущем году. Безусловно, мы нацелены на то, чтобы оперативно, в соответствии с законодательством, организовать работу по предоставлению качественных услуг населению. Попередить возникающие проблемы можно с допомогой прямых телефонных линий, а так само новых интерактивных формов работы с насельництвом. Например, автоматизированной диспетчерской службы и интернет-портала 115.бел «Мой город». В 2018 году гамельчане разместили на им 1835 зворотов, 817 из которых были оперативно вырашены.